Если вам нужно быстро приготовить тыкву, просто воспользуйтесь обычной микроволновкой. Тыква мне получается такая же вкусная, как в духовке или на плите, только в два раза быстрее. Обратите внимание, что для микроволновки нужно использовать специальную посуду. Всем привет, меня зовут Юля, и вы на моем гастроблоге «Сладкий персик». И сейчас мы с вами приготовим вот эту прекрасную тыковку в микроволновке. Потом ее можно будет или просто съесть, или использовать для других рецептов. Например, сварить тыквенный супчик или сделать тыквенные оладьи. Нам понадобится всего два ингредиента – сама тыква и немного воды. Берем тыкву, хорошенько ее моем, потому что тыква лежала на земле, и нарезаем на небольшие кусочки. У меня эта тыква пойдет на два рецепта, поэтому я не буду использовать ее целиком, а возьму только часть. Режем тыкву на кусочки, не слишком крупные и не слишком мелкие, примерно среднего размера. Главное, постарайтесь сделать так, чтобы они были примерно одинаковыми, чтобы тыква приготовилась одновременно. У меня тыква сорта Butternut. Она очень вкусная, сладкая, универсальная, подходит для многих рецептов, поэтому я стараюсь всегда покупать именно ее. У этого сорта очень тонкая кожура, поэтому, в принципе, от кожуры можно тыкву и не очищать. Но здесь мы ее очистим, потому что тыкву будем использовать и для других рецептов, а там кожура нам будет мешать. Тыкву нарезали. Теперь берем любую форму для запекания, в которой можно готовить в микроволновке. У меня стеклянная жаропрочная форма для духовки. Смазываем форму небольшим количеством любого масла, чтобы тыква не прилипла к форме. Высыпаем кусочки, равномерно распределяем и наливаем немножечко воды. Ну, буквально пару столовых ложек. Накрываем форму или специальной крышкой. Важно, чтобы в крышке было отверстие для выхода пара, или можно просто накрыть форму какой-нибудь пищевой пленкой и сделать в ней отверстие. Ставим тыкву в микроволновку на максимальную мощность и готовим примерно 5 минут. Потом очень аккуратно достаем. Будьте, пожалуйста, внимательны, потому что пар очень горячий. Проверяем, как там у тыквы дела, и снова убираем микроволновку. Повторяем так до тех пор, пока тыква не станет мягкой. Обычно хватает двух или трех раз, но это, конечно, зависит и от самой микроволновки, и от сорта тыквы, и от размера кусочков. Вот такая у нас получилась мягкая тыква всего за 10 минут в микроволновке. Красота! Дальше я буду готовить из нее и другие блюда. Какие? Смотрите мой блог и узнаете. Хотя, ее можно просто полить медом и съесть. Это будет тоже очень вкусно. Какая мягкая и нежная. Вообще получилось ничуть не хуже, чем в духовке или на плите. А главное, что быстрее. Всем желаю приятного аппетита и пока! Thank you.